Да они голые, они что там? Они там вообще атас, они все голые там. Он там без штанов. Да ты посмотри-то, ё-моё. Они педоавтомобили с лета раз ждут. О. Тут все равно. Слушай, камеру свою убери, но хуй не ебучий. Расскажи, как ты управлял транспортным средством в таком состоянии? То есть, как бы, рука одна хочет открыть, а другая как бы запрещает это, да? Чё? Слушай, давай поможем тебе. Ты себе помоги. Да не, ну реально вытолкаем вас, ребят. Слышь, что? Давай вас вытолкаем. Че, долбоеб? Ну давай, потолкаем тебя, ты выйдешь, а что ты здесь машину бросишь? Блядь. Ну шуми. Долбоеб, нахуй. Ну ты вдруг его подскажи ему, давай мы тебе поможем. Но он вообще, он неадекватный. Лёх, скажи, ты видел, как он управлял? А кто-нибудь вообще, как ты его увидел здесь? Видео, может, что-нибудь есть там, что-нибудь такое, как машина двигалась? Ну, давай, ты ближе к теме. Видимо, вам нужно подождать вам, как он поедет, отзвониться сразу нам. Да, 13-я, да. Сидит, улыбается. Ну, есть деревья. Но он улетел просто, он здесь вообще... С этого на обочине съехал вообще. Он был посередине дороги, да? Короче, я тебя подожди, давай в воду. Ты скажи, а кто-нибудь вообще видел у тебя кто-нибудь? Или просто видели, как она стоит? Ну понял. Понял. Ладно, все, ничего, все, ладно, давай, давай. Конечно, там говно. Там под наркотой, похоже, он. Там сидят трое или четверо, кто из них? Все, давай. Там но он под наркотой. Не, как он управлял, не видел. Просто, что машина стоит, да? И все. Ну, стоит, что он, то, да, что улетел. Летает. Он открыть хочет, что ли? Окно отпустить. Что это такое? Только руки вспотеть должны. Слушай, а кто за рулем-то был? Как улетели-то? Да вот сейчас. Не, за рулем, ну, парень управлял, да? А вот, который за рулем. Да вот сидит рядом с тобой. Ой, ё, кстати, вообще вышел. Да? А все хорошо у вас там? Ничего не употребляли? Да нет, конечно, обижаюсь. Да ты вообще трезвый все. Порвать, так вот. Может, они что закапывают там? Ну, не знаю. Одни ноги торпеют. Он залазит через окно, они да. Дверь открывают. Так этот вывалился оттуда. Вот это невменяемый, слушай, это АТС. Андрюх, нужен там... Где Андрюха? Андрюх, нужен твой фонарик. Ты что, встать, что ли, не можешь? Да нет, нет. Босиком. Ну, они просто плохо накрышены. Босиком. Ну как, в носках? В носках от джинсов. Нормально все. А что он пытается сделать? Дверь, чтобы открыть? Веточки?
там окно закрыто, он там ничего не сделает. А посмотри вот сюда, в салон вообще, как там, что? Там все заплатило, там не видно ничего. Да они голые, они что там? Они там вообще атас, они все голые там. Не, сзади в штанах. Да нет, он вообще вон там без штанов. Да ты посмотри ты, ё-моё. Это охренеть. Они что там шлёпкают? Они педоавтомобиль? Они с лета тут ждут, сидят до весны. Мне кажется, вы у них что-то интересное можете найти, что у меня такое течение. Не, вот Red Bull там или что-то. Или в них. В них-то точно есть. Тапочки, помню, нет. Да. Это просто атас. Обожаюсь вот это. Кто-то в детском кресле сидел. Детское кресло сидел, да. Это нормально вообще. Слушай, Атас, это да. Трой, да? Прикинь, что они вообще могли натворить, эти сволочи, хотя сюда улетели. Слушай, это вообще их не машина. Да хрен его знает, тут еще вопрос их или не их. Мало ли еще угнали. О. Ориентировки на такую машину нету? Не, пробили в Невроз. Машину пробить пока. Проверили. Проверили еще раз. Да, она даже сейчас хозяин, он спит. Да, он мог еще не успеть, если так вообще. Да, сейчас ситуация. Спит, они даже взяли, дернули, приехал, а только он с утра проснется, заявил ей напиться. Тут все равно видишь. Это просто атас. А на больнице лицо. Баночка у нас. Лазер. Этот блейзер, да? Блейзер, там правильно. Там это было дурно, по-моему. В общем, дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, пальцы вверх, писать обязательно комментарии. Ну и огромная к вам просьба. Смотрите этот ролик полностью, от начала до конца. Это очень важно для продвижения. Чтобы в рекомендациях попадал все чаще наш ролик, необходимо смотреть максимально длительно видео, любое из наших видео. О. А кто хозяин машины? Значит, камеру свою убери, нахуй, блядь, ебучий. Специально для этого открыл окно? Просто чистого воздуха, да, так. Он просто как бы просто обратился сказал, ко мне по имени. По имени. По имени очень. Он, оказывается, знает, как меня зовут, я даже не знал. Не знаю. Видишь, он не знает. Мы знакомы. А мы с тобой должны быть знакомы? Абсолютно точно. Абсолютно точно, блядь. Здравствуйте. Расскажи, как ты управлял транспортным средством в таком состоянии? Расскажешь? Лучше показать. Да, чтобы наверняка оформить, железно оформить, чтобы его... Слушай, братан, мы что, подъехали? Толкнуть тебя надо, не? Может, давай толкнем, выйдешь? Давай толкнем, выйдешь? Не, мы от души, короче. От души. Как, от души в душу, братуха, не?
Давай поможем, тебе друзья подсказывают, давай дело. Давай мы тебя подтолкнем. Давай. Подтолкнуть тебя, что вытянуть, а то что замерзнешь. Давай подтолкнем тебя. Да давай тебя подтолкнем, мы что, от души? Помочь тебе что, не? Да ладно, там я у вас все нормально, я знаю, что вы не эти. Хороший. Деда, стекло, не открывай лица. То есть, как бы, рука одна хочет открыть, а другая как бы запрещает это, да? Слушай, давай поможем тебе. Ты себе помоги. Да не, ну реально, вытолкаем вас, ребят. Слышь, что? Давай вас вытолкаем. Че, долбоеб? Ну, давай, потолкаем тебя, ты выйдешь, а что ты здесь машину бросишь? Слышь, что, блядь? Не шуми, не шуми. Долбоеб, нахуй. Ну, ты вдруг его подскажи ему, давай мы тебе поможем. Давай.